Погода не стала на заваді для повітряної феєрії, яка вперше відбулася у нашому місті. І зараз у нашій студії є організатор Олег Ричка. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за те, що ви серед своїх численних справ знайшли час завітати до нашої студії, тому що дуже цікаво поспілкуватися. У нас в місті відбувалося таке вперше. Що це за захід, як народилася ідея його в нашому місті проведення і чому саме так називався? Якщо дозволити, буду розмовляти російською, мені так зручніше. Я не буду зупинятися. Так получилось, що в нашій країні множество проблем, множество различных конфликтов в последнее время между различными политическими силами. И в том числе все мы знаем, что уже полтора года длится противостояние с Россией, вот, и в экономике, и в военное вмешательство, которое уже подтверждено, открыто давно. Поэтому в марте этого года мы решили с моим другом Сергеем Моховым внести свой вклад в мирный процесс. Каким образом? Мы отправились на международный воздухоплавательный фестиваль. Он ежегодно проводится в Испании. Это был 32-й фестиваль в городе Вик, район Барселоны. Там собрались воздухоплаватели из различных стран Европы. И впервые участвовал воздушный шар из России. Это мой друг Игорь Наймилов. Мы с ним дружим уже давно, когда-то тоже летали вместе, я прыгал с его аэростата, и мы поехали в Испанию для того, чтобы прыгнуть с его аэростата в наших национальных костюмах украинских, рассказать европейцам об Украине. Так званий політ миру, тоді писали. Так точно, ви можете знайти в Ютубі відеопольот міра. І от, ось зараз ми також можемо показати його нашим глядачам. Подивіться, ось такий захід, це наш миколаєвець Олег Ричка зі своїм другом організував ось такий політ миру в Іспанії. Можна продовжати? Потом, вернувшись в Украину, мы сделали это видео, которое сейчас активно раскручиваем, продвигаем, в том числе и среди российской аудитории. Мы хотим, чтобы поток наемников сюда прекратился, чтобы люди увидели, что можно вместе летать, вместе работать, вместе проводить время, дружить. Для этого не обязательно воевать и ехать в чужую страну. Даже там нас спрашивали люди из разных стран, почему мы приехали вместе, вы же на войне, вы же воюете. Мы сказали, что мы приехали сюда, потому что мы против войны, и мы хотим показать людям, что мы можем дружить. Ваш друг із розумінням поставився до тих подій, що відбувається? Зрозумів, що відбувається? Да, по-моєму, нужно бути глупим чоловіком, щоб не понять, що происходит на самом деле. І ось цей політ миру став першим кроком до повітряної феєрії. Совершенно верно. Приїхав в Україну, у нас... Будемо сподіватися, що це буде першим, одним із тих кроків, який все ж таки принесе мир і на нашу країну, і в нашу, у нас на нашу землю. Родилась ідея, ну, ще в Іспанії, ми спробували вперше установить рекорд, прыгнуть с парашютом с закрытыми глазами. У нас это получилось. Приехав в Украину, мы опубликовали этот рекорд в книге рекордов Украины, но они, к сожалению, нам отказали. Мы сейчас еще ждем ответа от книги рекордов Гиннесса. Буквально на днях уже должен прийти ответ. Там 3 месяца рассматриваются эти пропозиции. Книга рекордов Украины сказала, что вас подвела одна из видеокамер, которая находилась на груди, и не было видно момента, как вы раскрывали парашют, когда вы сняли повязку. Поэтому мы решили перепрыгнуть рекорд здесь, в Украине, но мы решили забежать немножко дальше. Мы приземлили парашют с завязанными глазами. Ну, с помощью моих друзей, друзья мне очень помогли, Рома и Максим участвовали. Це все той же політ миру, так? Да. Хочу ще огромне спасибо сказати групі компанії «Ріксім» за спонсорську підтримку, за те, що це состоялось. Вони підтримують нас вже давно, допомагають нам з нашими
прыжками, полетами. В том числе в прошлом году День города они организовали наши показательные выступления в Парк Победы также. А вот повітряну феєрію, я знаю, ви проводили без усілякої підтримки, без спонсорів. І вперше організовували, брали участь і раніше в подібних заходах, а от організовували вперше. Як вам перший млинець? Так получилось, что мы очень быстро организовали, буквально за неделю слепили все мероприятие, нашли нужных людей, гостей, участников, которые решили к нам присоединиться. Но, к сожалению, финансово нам никто не смог помочь. Но я понимаю, когда-то в нашей стране все наладится, когда-то будет мир, благополучие, сюда зайдут инвестиции, и в конце концов, и даже наши судостроительные заводы начнут работать. Когда-то все расцветет, и, может быть, нам за это воздастся, за то, что когда-то мы людям подарили праздник. Я думаю, не в первый Расскажите, раз. Не завадила погода? Вперше довелося перенести. Так, спочатку була одна дата намічена, а потім довелося перенести. Да, ми ще ізначально, наш спорт зависить від погоди, а парашутний спорт, яким я займаюся, а воздухоплавательний спорт, він ще більше зависить від погоди. Недавно ви бачили, як наші яхтсмени боролись з погодою. Я скажу, що ми з погодою на цих вихідних не боролись, ми воювали. Ви зрозуміли, так? Ми літали в грозу, в голу пристань. Бросили парашютистов там в сложных метеоусловиях. Потом, когда вернулись в Николаев, все-таки решил прыгать я один, потому что метеоусловия тоже ухудшались. И раскрывшись над рекой, я почувствовал, что ветер довольно плотный, боялся, что не дойду до берега. Що ви відчуваєте от в такі моменти? Для чого? Навіщо ви ризикуєте своїм життям, життям інших? Для чого вам це? Полагаємося на свій опыт. Нам нравится то, чем мы занимаемся. И... Что вы чувствуете, когда ось вы говорили, что вы летели и поруч с вами блискали блискавки? Да, мы летели в голубую пристань, в грозу, стреляли молнии. Ну, мы нашли окно, выбросили парашютистов. То есть у нас есть задача. Было страшно? Нет, конечно, страх он всегда есть, страх присутствует. Может быть, в каких-то моментах он притупляется. Слава Богу, может, вы не люди, может, вы какие-то роботы. Ну, если бы не было страха, то это было бы не так интересно. Его долати, так? Совершенно верно. Вы щоразу долаете свои відчуття, свой характер, вы пробуете на міцність. У нас надежная техника, проверенная. Если следовать определенным инструкциям, не нарушать правила, но иногда позволять себе... небольшие такие экспромты, тем не менее, продумывая каждый момент безопасности, все реально, да? Реально все. Техника дошла до такого, что... Миколаївці готові до такого фестивалю? Як ви відчували? Поддержка была, приходило много людей. К сожалению, по погодным условиям, извините, если кто-то промок, люди пишут различные комментарии. Мы старались удовлетворить всех. Я скажу так, те, кто хотел полететь, все полетели. Те, кто хотел прыгнуть с парашютом, все вчера прыгнули на нашем Терновском полигоне. Мы совместно с Белгород-Днестровским и Одесским аэроклубом провели замечательные, организовали прыжки. Также покатали журналистов, очень много записей. Даже если вы не присутствовали на фестивале лично, у нас была возможность все это записать на наших GoPro. Мы сделаем такой же клип, как «Полет мира», только мы покажем вам Николая с высоты птичьего полета. У вас, обещаем вам создать эффект присутствия на нашем мероприятии. І обов'язково будемо проводити такі мероприятия в дальнейшем. От я хотіла запитати, наступного року, от якісь шишки вже цьогоріч набили, якийсь досвід вже є, там трошечки прогоріли по грошах, я вже знаю, але наступного року повітряна феєрія в Миколаєві буде? Обещаю, будет. Вот, что бы ни случилось, мы в любом случае организуем фестиваль, и так как говорят, в одну воронку снаряд не попадает, в следующем году обещаем хорошую погоду. Вот бачите, у нас сегодня в студии оселився такий льолик, він приносить удачу, він коло вас Моїй дочері понравився би очень. Так, ну він до нас в студію прилетів із фестивалю, з іншого фестивалю, із Золотого Лелека, то я думаю, що він оце... Не повірите, я вчора бачив, як він летів. Коли я висів на висоті 600 метрів і двигався к старту над Терновським полігоном, подо мною летів аїст. А коли ми збиралися летіти на Голу пристань, їх прилетіла ціла стая, їх було 24, ми насчитали, вони вокруг нас кружили, описували віражі.
Оце, мабуть, прямо над нашою площадкою. Такі незвичні, хотіла сказати, відеокадри, так, але такі Єсть не відеокадри, а живі кадри, так, живе якісь нові враження, це те, що, мабуть, знову і знову заставляє вас підніматися вгору. На якій висоті максимально побували? Ну, на самолетах літав високо, і на 11 тисяч метрів підіймались. Ну, мабуть, як і всі, хто путешествував пасажирськими рейсами, літає по Україні або в інші країни. А пригав з максимальної висоти 5300 метрів. Ну що ж, я бажаю вам успіху, здійснення ваших мрій, нових досягнень і наступного фестивалю, все ж таки, щоб ті, хто хотів політати, політав, пострибав і подивився. Дякую. До наступного зустрічі. Спасибо вам большое. Всім міра і добра, удачі, любви. Спасибо.